Откупы на 13-е перед Новым годом к высшей темной силе. 3-й вариант от черной полосы и безысходности на 13 свитков к 15-му аркану. Тут годится любая бумага, можно обычная белая. Делаем 13 свитков и сжигаем. Можно на свечке на подносе сказать. Откуп 13 свитков 15-му аркану на 13-е перед Новым годом. Последнее 13-е года тебя прошу. Черную полосу оборви, безысходность сожги. Пусть этим 13-м она сломается, в прошлом останется. Пепел развеять или оставить на перекрестке, рассказать, что у вас происходит, это переломится. У меня это был очень тонкий пергамент, Я его использую на алтари, и вспыхнул он мгновенно. Но учтите, что бумага для магии нужен сильный костер или на свечке полите на балконе потихоньку.